Здравствуйте, дорогие мои девочки и мальчики! Я очень рада встрече с вами, надеюсь, это взаимно. Вы готовы уже послушать сказку на ночь? Тогда я начинаю. Сегодняшняя сказка называется «Друзья с одного стола». Карандаш был прямой, острый и решительный. Резинка же, напротив, мягкая, робкая и неуверенная. Но, несмотря на такое различие в характерах, они довольно дружно рисовали кораблики, домики, а иногда даже и человечков. Вот и сегодня они рисовали красивый домик с кошкой на трубе. Сначала карандаш нарисовал крышу, потом трубу, а затем кошку. Еще несколько движений, и у кошки выросли большие усы. «Что ты?» – вдруг заявила резинка. «У кошки таких усов не бывает!» И тут же стерла усы ровно наполовину. «Нет, бывает!» – возразил карандаш и восстановил усы в прежнем виде. «А я говорю, не бывает!» – сказала резинка и опять стерла. Несмотря на свою мягкость, она, где нужно, умела настоять на своем. «Да что ты понимаешь в рисовании?» – вспылил карандаш. «Кое-что понимаю», – обиженно сказала резинка. «Ну и рисуй сама!» – отрезал карандаш и отправился на соседнюю страницу рисовать каких-то человечков. Он рисовал, а одним глазом все-таки поглядывал на резинку, не позовет ли она его. Ему ужасно хотелось помириться, потому что он чувствовал себя неправым, но, как это часто бывает, первым мириться не хотел. А резинка подулась, но, увидев, чем занимается карандаш на соседней странице, не выдержала и бросилась к нему. «Как тебе не стыдно? Я просто краснею за тебя!» А надо сказать, что она и без того была розовая. И резинка тут же энергично стерла всех человечков до единого. «Ну ладно, хватит ссориться», – сказала она. «Пойдем дорисуем домик». И повела присмиревшего приятеля на соседнюю страницу. Вообще-то говоря, они частенько ссорились, и, как вы уже сами заметили, у них были для этого весьма серьезные причины. Но в конце концов они всегда мирились. Карандаш отлично понимал, что резинка ему только помогает, и без нее домик никогда бы не получился такой красивый и симпатичный. К тому же резинка никогда не спешила с критикой. Сперва отойдет в сторонку, посмотрит в кулачок, прищурив один глаз, примерится, а тогда уж принимается за дело. И то еще долго мнется, нерешительно потирая затылок. Случалось, правда, и карандашу исправлять резинкины ошибки. Сотрет, бывало, ухо у зайца или кусочек хвоста, а у него и без того хвост маленький. И вот, пожалуй, рисуй заново. Впрочем, резинка никогда не обижалась и всегда признавала, что она тоже может ошибаться. Короче говоря, постепенно они так подружились, что и дня не могли прожить друг без друга. Наработавшись за день, карандаш залезал в стаканчик, где уже собирались к этому времени другие карандаши, ручки и даже кисточки. Резинка усаживалась рядом с чернильницей, и они вместе смотрели телевизор. И так они чудесно дружили. И все было бы очень хорошо, если бы не старая ручка со сломанным пером. Она давно уже присматривалась к нашим друзьям, и эта дружба, ох, как ей не нравилась. Наверное, потому, что сама она ни с кем не дружила. В свое время она написала какую-то гадость, такую, что даже перо не выдержало и сломалось. С тех пор она больше ничего не писала, но продолжала говорить гадости.
Вот и сейчас она сидела и думала, что бы ей такое сказать ядовитое. И вдруг ее осенило. «Видали?» – проскрипела она. «Жених и невеста! Ха-ха-ха! Жених и невеста!» Рядом стояла чернильница. Она была еще совсем маленькая и, разумеется, мало что понимала в жизни. Услышав, что болтала ручка, она обрадовалась случаю подразниться. «Ура! Жених и невеста!» – завопила она. Это услышала банка с клеем. Увы, она была не умнее чернильницы и поэтому тоже подхватила. «Жених и невеста!» Карандаш и резинка очень смутились. Резинка стала совсем красной, хотя, как мы говорили, она и без того была достаточно розовой. А карандаш нарисовал такую кошку, что ее нельзя было отличить от собаки. «Знаешь что, карандаш?» – прошептала резинка. «Ты очень хороший, но все так дразнятся. Лучше ты уж сам дорисуй как-нибудь». «Подумаешь, дразнятся!» – проворчал карандаш. «Ну и пусть себе дразнятся!» Но вконец смущенная резинка заявила, что вместе рисовать она больше не будет. «Ну и не надо!» – обиделся карандаш. «Навязываться не буду! Иди к своей чернильнице, больно она у тебя умная!» И стал рисовать один. Но у него ничего не получалось теперь. Некому было стереть лишние линии и смягчить резкие переходы. Резинка тоже попыталась что-то изобразить, но понятно, что без карандаша у нее ничего не вышло, и она от огорчения заплакала. И все опять стали дразниться. «Невеста-то у нас Плакса, Плакса!» «Ну и Плакса!» – подпрыгнула резинка. «А вы все нехорошие, дразнитесь, подумаешь, жених и невеста, а сами, вот банка с клеем, она смотрит телевизор вместе с пузырьком для чернил, а чернильница ходит в школу вместе с пеналом, и ничего, вот возьму и нарочно буду дружить с карандашом, и дразнитесь себе, сколько влезет». И резинка направилась к своему покинутому другу, а тот в это время пыхтел над новым рисунком, но, кажется, опять безуспешно. «Послушай, карандаш!» – застенчиво сказала резинка. «Давай я тебе помогу, а?» «Что ж, помоги, если тебе так хочется!» – нарочно хмуро проворчал карандаш. Но хмурый он был только с виду, а на самом деле он чуть не прыгал от радости, потому что очень соскучился, и ничего у него толком не выходило. Тут друзья бодро взялись за дело и быстро набросали новый рисунок. Они нарисовали стол, а за столом сидели мальчик и девочка и читали книжку. И оба весело улыбались, наверное, потому, что книжка была очень интересная. И еще, вероятно, потому, что никто им не кричал «жених и невеста». Вот такая история, дорогие мои девочки и мальчики. Ну а сейчас посмотрите интересный мультик и спать. А завтра увидимся снова, и я прочту вам сказку на ночь. До свидания, спокойной ночи!